услышала хлопки, сначала один, потом второй, потом начались крики этой женщины, матери, сразу люди побежали к детям, вызвали полицию, скорую, то есть все оперативно приехали сразу все, но уже поздно было. Ну да, это действительно очень страшно. У меня у мамы началась паника, руки тряслись. То есть я также кое-как вызвала службу спасения и все, закрыла окно и дальше я не смотрела. Ну, мне кажется, в связи с тем, что у нее маленький ребенок, 2-летний, кажется, это могла быть просто какие-то психические проблемы, послеродовая депрессия, и так вот все получилось. Никто не помог, никто не обратил внимания. Я видела только ребенка старшего, кажется, он с собакой выгуливал, гулял. То есть по внешнему виду он был хороший мальчик, он здоровался. Я не могу вам никаких подробностей дать. Я могу судить о ней как о специалисте. Как специалист она очень грамотная, очень жизнерадостная. Весь коллектив ее любил. Я вообще не знаю, что могло случиться, понимаете? Потому что человек всегда улыбался. Если что-то у нее спрашиваем, говорит, все хорошо. Очень ценный сотрудник была. Она занимала сначала должность старшего воспитателя, потом я ее повысила до руководителя структурного. Она очень большие надежды подавала.